Привет всем! Будем сегодня щеточки от Renault Logan пытаться поменять. Вот что с ними произошло. Стесались все. Вот. Купил я от вас 21010 щеточки. Будем что делать? Достану новенькое. Заказывал, нифига не привезли. Вот, щеточки так, они с виду все одинаковые. Я посмотрел. Вот, один в один. Это все видно. Вот. Будем что делать? Так, здесь выпаивать. А здесь мы будем... Я так понял, они вот здесь находятся. Вот. Сам держатель. Будем как-то сейчас это все дело вырезать. И потом... Что-то думать в процессе будет ясно. Принес ножовку. Будем сейчас ножовочкой пытаться пилить. Сейчас как отпилю или что-то сделаю, включусь. Так, по кругу я уже распилил. Сейчас будем пробовать ножичком. Макушку снять как-то не снимается, как-то она прилипшая, что ли, сильно. О, трещит. О, растрещалась, что-то трещать перестала. Шевелиться начала. Так. Что-то сниматься начало. Так, снял. Снял верхнюю крышку. Здесь такое ощущение. Вот смотрите. Здесь видно. Как будто это контактная группа. Щетки там. Сейчас попробую пассатижами пошевелить. Приклеено как будто. Что-то трещит, ломается вроде как пластик. О, добрался я до медных проводов. Значит, уже скоро. Так. Блин, что-то мне здесь это не очень нравится. Провода медные уже обрываю. По крайней мере, контакты уже есть. К чему? Если что, припаиваться. Блин, ну что-то я, по-моему, оно уже ломаться начало. Вот смотрите. Так. Ладно, сейчас дальше подумаю, что сделать, и включусь. Решил болгарочкой чуть-чуть попробовать подточить. Что из этого выйдет, сейчас будем смотреть. Появился как бы самих щеток. Попробую их назад в обратную сторону толкнуть. Нет, это не контур, это что-то другое. Так, что делать, как быть? Так, еще что ли? Ну, сейчас еще дальше попробую поточить.
получилось. Сейчас попробую толкнуть. Тут оно здесь как-то... Ну, сейчас расковыряю, посмотрим, что как я включусь. В итоге сейчас вот с этой стороны щетки втыкаю, они вот получается вот отсюда уже вылазить начинают. Одна вылезла, вторую, вот вторая вылезла. Вот две свободных дырки получились. Единственное то, что хорошо, что здесь хоть контакты не попутать. Вот сейчас я здесь буду дальше смотреть. Сейчас включусь потом еще. Ребят, взял паяльник. Сейчас будем выпаивать с десятки эти щетки. От десятки. Ай-яй-яй. У меня паяльчик, конечно, никакой. Но как умею, ребят. Нагрел, не вылазит. А вот пошло дело. Так, одна готова, отпаял, так, вторая, вот где она далеко-то как-то, в глубине. Так, ребят, вторая готова, вытащил. Да, что-то мне сейчас придется здесь придумывать. Смотрю, как я это подлиннее еще и стесал. Что-то придумать будет. Ладно, ребят, буду придумывать. Так, в итоге я не ошибся. Они, эти щетки, входят как родные. Это одна новая щеточка. Сейчас без пружинки поставлю, пока показать. Вот вторая. Вон, входит как хочу. Сейчас будем пытаться, знаете, что сделать. Сейчас я сломаю старую щетку. Надо соединять, потому что десяточные щетки, они короче, чем реновские. На меду не сами щетки короче, а короче поводки для них. Вот, ладно. Было решение принято в итоге нарастить старые и новые два провода, чтобы длиннее было. Вот, это что нам даст? Во-первых, мы сможем закрепиться на самой релюшке. Вот, ну, сейчас пока не знаю, как там дойдем, когда увидим. Ну, типа как-то так сейчас ждем. Так, начинаю пытаться спаивать. Я, конечно, с меня паяльчик-то не очень. И левой рукой вот эту жиру в этом помазать, по-моему, надо как-то так. Ну что есть у меня, то есть, ребят. Так, сейчас розетка с другой стороны, неудобно. Что-то напаивается вроде как. Так, ладно, пытаемся соединить. Нету у меня третьей руки, ребят, нету. Приходится что-то придумывать, изобретать. Сейчас как-то так. Урок умелые руки. Ребят, по-моему, припаялась одна. Да, припаялась. Ладно, ждем вторую, паяем. Опять в этом в жире или что это? Какая-то штука. Так, берем вот опять олово. Наносим
этот проводок. Второй проводок нанесем. Так, соединяем. Сейчас побольше. Что-то мне не нравится. Паяльщик. Я не очень. Будем как-то... Как умеем. Что-то мне не нравится, как я припаял какими-то набалдажниками. Надо, чтобы там проходила пружинка. По-моему, припаял. Так, проверим. Неудобно получается мне здесь все ставить. Здесь вроде держится. Ставим пружинку. Нарастили эти проводки. Один готов. Второй готов. Так, что делаем? Так, родная ихняя. Это штучка. Какая-то удлинилка или что это, как называется, не знаю. Так, вставили. Где вторая? Вот вторая. Так, вторую вставляем. Так, ну, посмотрите, как здесь что. Ладно. Дырочку проткну. Вот здесь. Не протыкается, надо побольше дырочку сделать. Даже разоединил. Так, втыкаем вторую. Так, ребят, как-то так получается. Начинаем сборку. Так, что ли, как-то. Ладно, сейчас воткнем. Спереди, сзади, значит, спереди должен быть. Нет. Это вот отсюда, значит. Здесь желобки. На желобки обращайте внимание. Сейчас только что я стал вставлять и смотрю, она не входит. А причина то, что желобок с другой стороны был. Ничего опасного, все увидите. Ладно, сейчас как-то воткну, скажу. Ребят, в итоге я сначала стал отсюда вставлять. Неудобно было. Вставил сверху, вот откуда я пилил. Намного удобнее стало все это дело. Так, выглядит сейчас вот в данный момент как-то вот так. Торчат хорошо. Сейчас подумаю, что дальше делать, как соединиться теперь вот здесь и это всем это дело замуровать. Было принято решение в итоге подогнуть пока вот эти усики и назад воткнуть. Вот. Вроде бы как бы оно там держится, все это дело. Паять сюда смысла я не вижу. Припаиваться можно даже и не припаяться. Хотя сейчас попробую, если получится, тогда уж получится. Да, будем думать дальше, что делать. Пытаюсь припаяться к этим контактам, но я думаю, наверное, это можно и не паяться. Ладно, сейчас пытаемся. Подвытащу сюда получше. Поближе, чтобы нам удобнее было. Вот, я боюсь, конечно, мы не припаяемся почему-то. Ну, попытаемся. Попытка не пытка. Так, в итоге, ребят, как я понял, паяется. Вот, прилипать прилипает. Алюминиевая штука на корпусе, вот как, к чему надо крепиться, оно пока к ней прилипает.
как я паяльщик, сами знаете, я не очень. Буду пытаться паяться, как умею. Так, попробуем разогреть. Здесь что-то я уже нахулиганить получилось мне, по-моему. Ладно, так. Прокунуть как-то сюда. Понятно. Паяется, не паяется. Но шевелится, шевелится. Все здесь вижу. Ребят, сейчас я гляну, первая хоть припаяла или нет, вторая не паяется пока. Может, то, что мало... А, первая тоже не припаялась. Так, ладно, тогда что делаем? В принципе, должно хватить нам от этого дела. Ладно. Было решено сделать здесь вот в начале... как бы на балдажничке, потому что здесь идет, как бы сказать, прорезь, и прорезь уходит все это дело. Я сейчас попробую сделать просто тупо как бы узелком, и этот узелок туда в натяжечку загнать. Вот пока сейчас не получилось, делаем дубль номер два, запихиваем туда. Не получается. Сейчас попробуем туда вот так сделать. Вот, в принципе, она вплотную, как я смотрю. Я думаю, даже и паять можно не паять. Она должна пойти сама. Ладно, дальше делаю на второй такой же набалдажничек. То получится так, то что сам провод уйдет в эту прорезь, и в итоге у нас контакта может не быть. Нам контакт нужен здесь, он не обязательно необходим, чтобы здесь все дело было соединено. Сатишками подсунуть туда. Что-то мне не нравится. Посмотрю. Лучше раз сейчас поковыряться здесь, чем потом, когда установим это дело, чтобы не было никаких фокусов. Так, в принципе, неплохо. Ладно, нормально. Я считаю, нормально. Ребят, сборка прошла удачно. В итоге что я сделал? Все же сделал такие вот кругляшки на балдажничке. Плотно туда вогнал между этими контактами. Считаю, должно работать. В принципе, так проверил. Паяться не паяется, смысла не увидел. Мучиться долго. Вот. Сейчас буду что-то думать, чтобы сверху залить чем-то. Не знаю, пока посмотрю, что есть. Сейчас что будет, включусь, покажу. Ребят, в итоге нашел герметик вот такой, у меня старенький валялся. Решение принято было такое. Сейчас я все герметиком сверху залью. И эту крышечку, что я отпилил, будем устанавливать обратно. Это будет как-то вот так выглядеть. Ладно. Ребят, у меня герметик в итоге засох. Вот. Сломался колпачок. Будем выходить из положения. Смотрю, он здесь живой. Сзади добраться до него. Так. Отковыриваем ее. Распечатываем сзаду.
порвать его, что ли. Что-то все равно. Так вот, порвал я его. И начинаем герметиком. Мы заливать все здесь. Герметик я покупал прокладочный, для прокладок для двигателя. Вот, я так понял, тоже высокотемпературный. Я считаю, даже если в двигателе температура высокая, он должен здесь подойти как надо. Наложил как мог. Не намазал, а наложил. Так. Все размажу, замажу здесь. Ну, какой был герметик, но я считаю, он, наверное, неплохой все же. Так. Ребят, ну вот, получается, вот как-то вот так пока. Сейчас я, конечно, пальцем еще вокруг повожу. Сделаю красиво. Товарный вид придам. Чтобы не стыдно было, если кто-то полезет после меня туда. Чтобы было красиво все. Ну, в итоге вот так, ребят, получится, вот все получилось. Фух, когда заведу машину, посмотрим, как там у нас, чего. Будет еще сюжетик, я думаю, добавлю в это же видео. Так что, ребят, ждем. Так, начинаем установку мы. Это реле регулятора, щеточки, вот Renault Logan. Вот. Сейчас как установлю, включусь. Попытаемся завести и посмотрим, что у нас получилось с вами. Ребят, вот уже стемнело. Пытаемся завести. Посмотрим, что у нас зарядка есть, нету. Вот свет. Выключу сейчас все. Так, смотрим на зарядку. Все, зарядка пошла, ребят. Так что такие вот дела. Ладно. Все, кому понравилось, ставьте лайки, кому нет, дизлайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!